Герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария был одним из нескольких бойцов, водрузивших Знамя Победы на крыше здания Рейхстага, главной цитадели нацистской Германии. После Великой Отечественной он вернулся на родной Кавказ и поселился в Абхазии, где скромно трудился и жил. После развала СССР и начала грузино-абхазской войны к нему в гости приехал журналист. «Я завидую мертвым», — внезапно сказал на интервью Кантария и заплакал. «Грузин всегда был очень сдержанным, но эмоции взяли свое. Я очень жалею, что дожил до этого. Не хочу этого видеть», — продолжил свою речь Мелитон Варламович. По его словам, Гитлер радовался бы при виде этой картины, как народы, которые вместе боролись против оккупантов, сейчас сражаются друг с другом. «Пропало все, за что мы воевали», — добавил постаревший герой. В поисках спасения Кантария перебрался в Тбилиси, а затем направился на поезде в Москву для получения статуса беженца, но умер прямо в вагоне-купе.